Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня пока у нас как-то не намечается особых хорроров, я решил заняться тем, о чем вы меня давно просите, пройти какую-нибудь модификацию к амнезии. Потому что, во-первых, я очень, честно говоря, соскучился по амнезии и всему, что с ней связано. Во-вторых, на днях компания, которая сделала первую часть, объявила о том, что, судя по всему, нас ждет скоро вторая. Там пошла какая-то непонятная движуха у них на сайте. Это меня радует. И я думаю, что в ближайшем времени мы получим какую-то информацию. Ну и в-третьих, вот эта модификация Killings in Hallstatt, ее просят меня пройти просто там человек 500, наверное, каждый день. Я не знаю, ну давайте попробуем. Я ее попробовал запустить, пока настраивал звук, но это, не думайте, это будет слепое прохождение. Так что, такие дела. А то опять начнется, блин, да у тебя там продолжить, да ты уже играл, да ты знаешь. У меня нет времени во все играть перед тем, как я это записываю, поймите, ребята. Ладно. Модификацию, насколько я знаю, сделали, кстати говоря, питерские ребята, то есть это разборка питерская. То есть это наши ребята, и в принципе модификация, насколько я знаю, опять же, очень неплохая. Ну, будем надеяться, что это так. Вроде как она довольно-таки длинная. Я не могу гарантировать, что серии по ней будут выходить регулярно. Потому что сейчас, честно говоря, по времени поджимает на этой неделе. Но постараюсь в день по серии выкладывать. То есть как получится, короче говоря. Не знаю, не знаю. Если все будет хорошо. Вообще музыка, которая играет на заднем плане, она записан с таким низким битрейтом, такого плохого качества, что натурально... Ну, вы слышите, наверное, да? Шипит. Так, ладно. Мы играем за сыщика, за следователя, который приехал в деревеньку, в которой происходят непонятные события. То есть погибают люди, трупы исчезают. И события продолжают развиваться, то есть кто-то постоянно убивает людей. Ну и вот, собственно, деревенька. Надо сказать, что открытое пространство явно не самая сильная сторона движка амнезии. Ну да ладно. Что-то то ли это издержки мода, то ли что, то ли у меня в настройках графика поставилась на низкое разрешение, но что-то текстуры вообще какие-то страшные, да, смотрите, вот стена, допустим. Ладно, неважно. Так, привет, Эрл. Меня сейчас здесь нет, но я оставил ключ в назначенном месте. У вас под ковриком. А, вот. Так, ну... Ай, давай, бери ключ. Хорошо. Поднято. Поднято, окей. Давайте посмотрим, в эти двери можно как-нибудь зайти, нет? Вроде нет. Эти двери нарисованные. Больше тут ничего нет. Ладно, не будем тянуть кота за яйца. Пошли дальше вперед. Так вот. Модификация наша российская, судя по всему... Одна из самых лучших, потому что когда я спрашиваю про модификации к амнезии, мне всегда в первую очередь говорят про нее. То есть есть там и другие еще, но вот говорят, много мне говорили про Dark Room, который, как вы помните, я посмотрел не так давно. И говорят про убийство в Вальштадте. Так, закрыто. Ладно. Так, хорошо. Сразу все навыки из амнезии вспоминаются. Зашел в дверь, закрою ее за собой обязательно. Так, ну что, насколько я понимаю, я типа прибыл в свой номер. Ладно. Все закрыто. А, ну да. Ну типа я приехал и лег спать. Ладно, нормально.
Я, честно говоря, вообще не испугался. Ну как? Чего-то, какой-то заманухи я ждал изначально. Ладно. Впервые я... Тихо. Впервые я от такой заманухи не вздрогнул. И не матюгнулся. Я вообще постараюсь поменьше матюгаться. Я не люблю материться, но, блин, в последнее время что-то очень много матов в видео. Потому что смотрим очень много... Нет, я сейчас начну материться. Я сейчас начну материться. Так, ходим на картах. Давайте попробуем сюда уйти. Так. Что-то отвык я от амнезии. Блин. Я надеюсь, вы на меня не выскочите. Так, ладно. Если бы я был PewDiePie, то я бы сейчас очень обрадовался. Такой шведский летсплеер, если кто не знает. И это Стефан, его лучший друг. Аж в двух экземплярах. Но я, к счастью, или к сожалению, не он. О, сколько тут их. Так, чайничек. Ладно. Откроем дверцы шкафа на случай, если сейчас какая-то... Я просто видел разнообразные модификации, там очень много скримеров, то есть... вот таких, вот, давай! Блин, я сегодня не знаю, то ли... то ли я подготовлен, то ли что... Я как-то предвижу события. Короче говоря, как я и говорил, вот во всех модификациях они стараются пугать набегающими внезапно монстрами. Если бы у меня сейчас была открыта дверь, то мне, скорее всего, хана была бы. Поэтому всегда нужно приготовить перед тем, как будешь совершать какие-то действия, последовательность, место, куда можно спрятаться. Так, ладно. Рука. Нужна ли мне рука? Навряд ли. Интересно, для чего эти монетки, чтобы платить Борису? Ладно, Борису так Борису. Так, Эрл прибывает сегодня. Он парень, про которого мне говорил Йохан. Он останется здесь ненадолго. Никто не знает, насколько долго, но я надеюсь, что не слишком уж долго. Он ищейка. Его работа — расследовать убийство, которое происходит в Альштате. Я надеюсь, он не найдет никаких зацепок и скоро уедет. Ладно. Ну, я как-то уже руку нашел, да? Кроме того, тут куча недоброжелателей была. Так, а как я... Ладно. Берем. Молча берем. Ключ от подвала. Хорошо. Стандартная замануха. Сегодня я какой-то Шерлок. Сегодня у меня все получается. Ладно. Так, я надеюсь. Это что? Да, закрыто. А, ну да, это же ключ от подвала, оттуда мы зашли. Так, тут у нас висит, как она там называлась в оригинальной амнезии, но здесь она, видимо, означает что-то другое, не очень приятная штука, надо сказать. Так, давайте-ка мы сначала откроем двери шкафа, а потом уже начнем исследовать эти помещения, чтобы с чего можно было куда-нибудь зашухериться. Так, это у нас кровавый понос, кого-то, видимо, страшно понесло еще вот тут. И он побежал до туалета. Аж дверь снес. Ладно. Что-то у меня какая-то сегодня
петросянская манера вести диалог. Так, ну... Так. Записи. Записи. Дневники. Нет дневников. Воспоминания. Дверь в подвал закрыта. Может быть, у владельца есть ключ. Но у меня есть ключ. Сейчас мы туда пойдем. Сначала мы посмотрим, что у нас здесь. Свинья. Давайте запечем. Вот. Так, она меня не ущипнет. Блин, больная игра. Так, ладно. Подвал. Отлично. Но пока что скорее не страшно. Как-то то ли у меня уже организм закаленный, то ли что, но как-то все скорее было очевидно. То есть я знал, где выскочит монстр, я предвидел все это. Так, ну вот сейчас что-то вот эти звуки меня уже начинают маленько вымораживать, конечно говоря. Тихо, спокойно. Ой, блин, я... Ладно. Что-то позади меня. Пошел вон! Ты чё, блин, ну манекенов, что ли, набрался? Твою мать. Да хватит преследовать меня. Ну хорош, ну. О, блин. Что ж такое? Я говорил, что мне не страшно. Все, мне до усрачки страшно. Я уже ничего не хочу. Так, дверь, конечно же, закрыта. Ладно. Закрыто и закрыто. Так, теперь мне нужно идти назад. Я ненавижу коридоры. Длинный коридор. В последнем коридоре, в котором я был в таком, проломился потолок, и на меня полез огромный червь. Это было в Пенумбре первой. Или второй. Так, ладно, что мне делать? У нас там закрытая дверь. Давайте посмотрим, что у нас... Может, там что? Судя по всему, там ничего нет. Да кто там будет, слышь? Так, тут тоже ничего. Да, и тут ничего. Давайте попробуем туда наверх залезть. Для этого нам, скорее всего, понадобится бочка или ящичек лучше. Ящик мне больше нравится, он сподручнее как. Так. Можно было вообще без ящика обойтись. Я тут, похоже, тут... А, вот, подожди. Деньги, слющий, деньги. Зачем мне деньги? Я не совсем понимаю. Ну, как говорится... Вот, вот что нам нужно. Дают, бери. Или как его теперь взять? А, похоже, надо подвинуть. Давай, хорошо. Так, ладно. Поднято лом. Жаль, я его в руки не могу взять. Мне бы с ломиком в руках было бы гораздо спокойнее, это я вам честно говорю. Вот. Такие дела. Так, что, у меня мозги там едут маленько, да? Легкая головная боль. Все в порядке. Как там? Опиат был, по-моему, для лечения. Так, ну это мы знаем, как делать. Это у нас было в оригинальной игре, это мы делали в Белые ночи. Тихо, подберите лом.
подобрали. Зелида подобрали. Так. Ладно. Трутница у нас... А, одна есть. Дверь со значком Gears of War. Ой, как темно, ёлы-палы. Так, тут для масленицы у нас топливо. Есть какая-нибудь лампочка, нет, чтобы её зажечь? Так, давайте сначала... Миши! Сначала откроем шкафчик. Чтобы, если чё, сразу же в него зашкириться. Так. Ладно. Этот рычаг мы успеем нажать. Сначала давайте осмотримся. Так, фонарь полностью наполнен. Супер! Подожди, что у нас с другой стороны этого коридора? Я боюсь нажимать этот рычаг, он у меня, честно говоря... А, тут, по-моему, дверь закрытая, да-да-да-да. Ладно, с Богом, погнали. Извините. Ладно, я даже не успел до шкафа добежать. Чё так громко, а? Так, и чё мне? Нет, очевидно, нет. Хорошо. Так, давайте маленько придём в себя. Что я делаю вообще? Я, похоже, дверь там открываю, понятно. Которая со значком Gears of War была. Ну какого хрена? Что я мог тут сделать? Я взаперти был. Так, мозги уже на бикрень. Давай. Это что такое? Вот меня скана... Так, брателло, тебе бы подлечиться как-нибудь. Так, как я могу обезопасить себя? Я придумал. Сейчас, секундочку, ребята. У меня есть небольшая идея. Вы же знаете, я на выдумке хитер. Так, сделаем вот так. Хорошо. Дверь уже сломана, кстати говоря. Хотя обычно в амнезии было, что... блин, меня завалило. Что монстр, который тебя убил, он уже... Ой. Ой, я попал, мне хана. Долго ее крутить, нет? Ну как я мимо тебя пройду-то? Да твою мать! Фу, так... Да что меня так колбасит-то, а?
Но сейчас он исчезнет. Уф, как громко. Так. Так. Блин, теперь я отсюда забраться не могу. Давайте еще одну возьмем. Уф-уф-уф. Я не знаю, конечно, что мне тут делать, потому что когда я захожу в дверь, он сразу появляется. Хватит рандомно появляться передо мной. Что ж ты делаешь, идиот? Откуда он взялся вообще? Так, давай, сейчас я падаю. А, что-то какой-то, надо сказать, рандом натурального. Хочет, появляется, не хочет, не появляется, появляется непонятно где, понятно какой причине. Ну давай, ну... Давай, ёлы-палы. Так, хорошо. Теперь я, возможно, останусь живых. Там открыто, нет вообще? Нет, закрыто. Вот соснул. Я, конечно, думаю, что когда я буду мимо него пропрыгивать, он меня опять убьет с одного удара. Как-то его слишком уж близко ко мне поставили, надо сказать. В таком узком коридоре такого злостного монстра ставить, по-моему, это сходство. Так, я думаю, нормально будет. О, скотина. Только скажите, что я прошел, а. Тебе нужно быстро поднять дверь. Да блин, ну как у меня задрали уже, а? Меня, честно говоря, уже заколебал этот момент. Он, по-моему, как-то неправильно сделан. Туда не пойду больше, не-не-не. Хотя... Может, хоть в следующей жизни что-то получится в итоге. Уф, так. Я не знаю, что делать, честно говоря. То есть надо пробежать как-то мимо него. Но как? Открываем дверь. Пришел. Я слышу. Ой-ой-ой, давай. Ух. Фу, и как меня этот грохот достал уже. Но я слышу где-то тварь за стеной. Ладно, знаете что? Давайте-ка на этом прекратим эту серию. Постепенно, помаленьку будем осваиваться. В следующий продолжим. Узнаем, что это за веселая музыка.
Но пока что могу сказать, что модификация довольно-таки коряво сделана, по крайней мере. Ну, как я мог судить, вот это вот то, что надо было пробежать мимо этого монстра, это, по-моему, было не очень круто, именно в плане того, что... Хотя нормально, нормально, это я все привередничаю опять. Ну, круто, круто, прикольно. В принципе, я доволен, что я взялся за нее, надеюсь, довольны и вы. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, если вы еще не... С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.